Выбор новогоднего подарка для людей, в жизни которых спорт играет далеко не последнюю роль, задача не из простых. Но мы подскажем небольшую подборку идей на разный бюджет, и, возможно, что-то вам пригодится. Классика спортивных новогодних подарков – различные гантели, гири и утяжелители. Любители силовых тренировок однозначно оценят. Опытные и начинающие спортсмены не мыслят себя без хорошего спортивного рюкзака. Хорошо, если изделие сочетает в себе практичность, универсальность и современный дизайн. А еще можно обновить набор спортивных аксессуаров. Если ваш друг или подруга в бассейне чаще, чем у вас в гостях, то очки и минималистичная шапочка для плавания будут очень кстати. Если спортсмен не боится морозов и занимается на открытом воздухе даже зимой, то в качестве презента можно преподнести и элементы спортивной экипировки. А именно вот такой вот шарф-горловик. Горловик – вещь универсальная. Можно носить не только как баф на шею, но и как шапку. Не нравится шапка, тогда добавьте в презент теплую повязку. Не лишним будут и спортивные перчатки. И если такой набор не нашли в магазине, можно пошить на заказ. Лучше выбирать флисовую ткань. Она приятная на ощупь, хорошо бережет тепло, а главное – гипоаллергенно. Самый банальный, но всегда актуальный подарок – это полотенце из микрофибры. Хорошо, если в наборе их сразу несколько штук. Почему актуальный подарок? Потому что опытные спортсмены в зал всегда берут два полотенца. Одно для занятий в зале, чтобы стелить на снаряды, а другое для душа после тренировки. Разбавить такой ансамбль классики можно, если добавить коврик для йоги. Это тоже всегда актуально, и владельцы кошек меня поймут. Для тех, кто очень щепетилен к проблеме лишнего веса, считает каждый калорий и вес употребляемой пищи, идеальным подарком будут кухонные весы. Такие подарки всегда актуальны для спортсменов. Это подчеркнет, что вы восхищаетесь их работой над собой, а главное, приободряете их в стремлении быть лучше и сильнее.